Крупная авария на улице Танкистов. Водитель Калины не справился с управлением и врезался в столб. В салоне находились четверо молодых людей. Водитель и один пассажир погибли. Остальным повезло. Молодые люди отделались травмами. По словам очевидцев, авария произошла по вине водителя. Молодой парень устроил гонки и в итоге врезался в столб. Они проехали танкисты Соколова, не уступив дорогу, не ударили чуть Митсубиси, Лансер 9. Затем проехали первую садовую танкистов на красный свет. И, получается, не вошли в поворот, ударились в столб. А вот в заводском районе автоинспекторы задержали пьяного водителя. Патрульные попытались остановить легковушку без номеров. Парень не отреагировал. На улице Пензенской лихач свернул на железнодорожные пути и поехал по ним. В итоге машина застряла. Водителя задержали, и, по словам полицейских, он едва стоял на ногах. К тому же был лишен водительского удостоверения. Молодой человек заявил, что работает на железной дороге и знает все пути, как свои 5 пальцев. А зачем убегал-то? Это не я, братан. А кто? А водитель тоже пьяный? Водитель вообще пьяный. Он сейчас уехал. А на чем уехал? На чем? Ну его ДПС увезли.